За целый год Бертран так и не понял, что я не люблю такое шипучее шампанское. Послушай, я замужем 17 лет, и Юбер, мягко говоря, не идеален. И ничего, живем, потому что умеем оба закрывать глаза на мелочи. Аманде не везет с мужчинами. Ни за что, даже не думай. Тогда с кем же ты сядешь? Он с тем, с Антуаном? Он хоть симпатичный. Я бы подумала, что она влюблена, если бы не знала ее. Впервые Аманда вот так говорит о мужчине. Он, мол, такой чуткий, умный, забавный, с юмором. Неудивительно, что мы сразу друг другу понравились, ведь он гей. Но всего лишь одна ошибка. На той вечеринке ждали Максима. Он и правда гей, но он уехал в Амстердам, и вместо него пришел Антуан. Изменит всю ее жизнь. А ты ей ничего не говори. Как это? Пусть Аманда считает, что Антуан гей. Тогда она точно влюбится. Она все равно узнает, рано или поздно. Не любишь говорить о себе? Не привык. И друзей у тебя нет? Есть психоаналитик. А может, Антуан нарочно притворяется геем? Зачем? Он тоже влюбился. Вы ей говорили о своих чувствах? Она тяжело сходится с мужчинами. Дам один совет. Заведи собаку. Посмотри налево. Красивый парень. Такой интересный. И смотрит в нашу сторону. Лаура Моранте, Эзабель Каре, Паскаль Эльбе. Нам нельзя выходить за рамки. Но выход должен быть. Должен. Вишенка на новогоднем торте.